Так, всем привет. Вот ищем вот таких корней. Это значит краситель природный. Это лето, да? По-моему, по-русски она называется марена. Марена, да. Мы в нем красим яйца, ребята. Значит, в Красную Пятницу красим, и вот сейчас воскресенье же, и сегодня надо красить. Не знаю, жена так решила. Я не сильно разбираюсь. Короче, сейчас покажу, как она выглядит. Вот эта марена, как выглядит, значит, над землей. Вот она, вот допустим. И вот. А корни у него такие вот. Прям красненькие. У тебя не получится, Кэти. Мать, мама, а да дамацады. Подожди. Да. О. Вот здесь надо капнуть. Вот. И у него такие хорошенькие корни. Вот. Я сейчас копану. Кэти, подвижи, пожалуйста. Там через. Слушай, на мой язык. Не могу, мама. Ну видишь, у тебя не поглубже надо. Вот видишь, ты срезала и уже ничего не получится. Дай. Ага, подвижи. Блин, штыковую лопату не нашел ни хрена. А здесь, оказывается, корень еще под грызкого ореха. Отсюда. Откуда корень? Просто руки хлеба. Рука шутка. Вот это вот самое то вот. Лишнее отрываем. Вот это вот, ребята, самый смак. Вот. Видите, да? Все-таки так его мамы пришли. Надо уж. Сюда. Вот. Ну, потом итог я покажу. Если получится, как они красят яйца. Вот эти корни. Зонда не копила, я идёт. Червячков тут много. Да ис. Но мне зайти, я пошла в Италию. Это хромой. Так, тебе орехи на футболке. Я там я не вижу. Лайм казаземит, кстати, я не велосипед. А мы чуем лидера, а у нас не
Все машины там гуши сердце дали. О, макане пчечане. Да. Эу, сам хела. Ау, ამისა თაური მოვიფიქრე. Моди, я мовигот. Моди, я мовигот, агрцебия. Толеби амичрелда. Могет. Вот это вот, ребята, то, что надо. Чтепа. Вот. Жепса, как тебе рот вот я убрал себе. Чтепа, ес. Прям сыграться. Мужчинки, когда ты хе. Короче, я думаю, что для 10 яиц полно хватит. Для 10 яиц больше и не надо сегодня, по-моему, красить. Вот еще нашли. Вон дрора картия, ра, рогох с постанши. Ну все, ребята. Вот такие вот пироги. Посмотрим, что у нас в конце получится. Значит, ребята, корни помыли хорошенько. Из-под крана, значит, проточной водой. Потом сложили целлофан, раздробили молоточком, поняли, да, ребята? Засыпали в воду, в кастрюльку и варим. И варим для того, чтобы она вот цвет, как бы краску он в воде распустил. Где-то час варим. После часа, значит, он всю краску даст. Значит, можно сюда добавлять... как его, шалуха или как называется, из-под лучка, короче, лучок чистим, когда что остается, значит. Но сейчас уже необходимости нет, значит. Вот час варим, потом охладится все это, ложим туда яиц и варим после до готовности. Все вот такие вот пироги. Это второй этап, значит. Третий этап уже будет готовенькие яйца, я думаю. Вот и все дела, ребята. Вот так они у нас покрасились. Вон еще мокренькие вот. Остужали. Вот такие вот пироги, ребята. Все по-натуральному. Без всяких, я не знаю, химических красителей. Ну все, всех с праздником. Пока-пока. Вот такие вот пироги.